Палатка фирмы Ferina, модель Force 2. Это палатка модель 2019 года и представлена на российском рынке впервые. Модель предназначена для легких горных походов, а также пешего туризма, но подойдет и для велосипедных и водных походов, для тех, кто хочет получить самостоящую палатку с минимальным упаковочным объемом. Для удобства переноски данная палатка упаковывается в чехол на молнии. Чтобы снять нагрузку с молнии, сделана дополнительная утяжка, а карман для дуг располагается в отдельной секции сбоку. Сейчас покажу, как эта палатка устанавливается. В комплект входят алюминиевые шестигранные колышки, а также идет ремкомплект с кусками ткани для тента и внутренника, и есть алюминиевая трубка для ремонта дуг. Дуги имеют разный цвет для удобства установки, и центральная дуга предзагнута для увеличения основного объема без потери своих свойств. Красная поперечная идет в ту часть, где отмечены красные оттяжки. Палатка имеет три алюминиевых дуги, соответственно, она имеет очень жесткую конструкцию. Всего три пересечения, и палатка может стоять фактически только на шести колышках, а оттяжки имеет смысл применять, если вы стоите вне лесной зоны или в плохую ветреную погоду. Палатка отлично будет держать ветер и осадки. Ferina позиционирует эту палатку как ультралегкую, соответственно, не предполагается, что она будет использована во время зимних походов и не будет использована высоко в горах выше снеговой линии. Но ее ветроустойчивости вполне достаточно для горных и пеших походов высоких категорий сложности. Преимуществом этой палатки является то, что есть возможность внутреннюю палатку отстегнуть полностью, например, это удобно, если вы собираетесь во время плохой погоды, или вообще, в принципе, можно ее устанавливать без внутренника, соответственно, использовать только тент, например, во время весенних и осенних походов для жесткой экономии веса. Сейчас покажу, как снять внутренник. Палатка рассчитана на использование в течение весны, лета и осени, поэтому основная часть внутренней палатки сделана из сетки. Для того, чтобы защитить молнию от дождя, сделана влагозащитная планка, она дополнительно фиксируется широкой липучкой внизу. Широкая дверь фиксируется на пуговицу, и вы получаете широкий вход в основную палатку.
Внутри палатки есть 4 кармана из сетки для хранения вещей. А под куполом есть карабин для фонаря. Несмотря на то, что палатка рассчитана на летнее использование, в ней достаточно высоко задрана ткань, а сетчатая часть смещена кверху. Это сделано для того, чтобы во время походов ранней весной и поздней осенью в этой палатке все еще было комфортно. Палатка имеет 2 симметричных тамбура, в каждой из которых ведет своя дверь из внутренней палатки. Соответственно, удобно разместить вещи для каждого из участников. Ширина палатки в голове составляет 130 сантиметров, а в ногах 110. Это несколько экономит массу, но при этом все равно палатка остается комфортной для двух участников. Таким образом, имея жесткую трехдужную конструкцию, внешний каркас и возможность полностью отстегнуть внутренник, данная палатка является отличным решением для трехсезонных пеших, горных и велопоходов.